Всем привет! Сегодня я вам покажу, как скачать Cheat Splash. Делается все это очень просто. Значит, переходим по ссылке в описании на данный сайт. Далее выполняем 4 простых задания. Это подписаться на канал. То есть переходим на первое задание. Всем привет! Подписываемся на канал. Возвращаемся обратно. Далее заходим на видеоролик, который поставлен. Всем привет! Здесь ставим, получается, лайк. И пишем комментарий. Потом обратно возвращаемся. Вступаем в Discord сервер. Все, после того, как вы вступили, возвращаемся обратно. Потом подписываемся на Twitch. Кто еще не подписан, потому что маленький спойлер вам дам. Скоро, буквально через месяц, может быть даже быстрее, я буду проводить крутые прямые трансляции. Так что вы сможете за мной следить в прямом эфире. Потом возвращаемся обратно, и все. Все задания мы выполнили. Далее нажимаем на зеленую кнопку. Ждем, пока нас перенаправит на другой сайт. Все, отлично. Мы попали на сайт. Теперь заходим во вкладку Exploits. И скачиваем Splash. Значит, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. Так, и у нас появляется, получается, приглашение на Telegram. Значит, у кого нет Телеграма, придется установить, потому что без Телеграма вы никак чит скачать не сможете. Далее открываем Телеграм. Потом здесь сейчас нужно будет найти кнопку, где скачать чит. Вот, написано, вы можете получить ссылку на скачивание тут. Нажимаем сюда, перейти. Ждем, пока загрузится. Ждем. Не очень быстро это происходит, но ничего страшного. В принципе, можно подождать. Значит, далее нажимаем кнопочку «Пропустить рекламу». И вот скачивается, видите, чит. Отлично. Так, это можно закрывать. Здесь стоит пароль на архиве. Окей, давайте сначала его откроем. Потом зайдем в txt файл readme. И здесь должен быть написан пароль. Секунду. Вот. Копируем его. Далее сюда вставляем, нажимаем ОК. Все. Также забыл еще сказать, отключить заранее антивирус, потому что он будет препятствовать скачиванию чита. Как видите, у меня уже он препятствует. Сейчас я восстановлю файл. Так что всегда перед тем, как вы скачиваете, выключайте антивирус. Так, восстанавливаем. Все, отлично. Теперь заходим еще в один RAR файл. И вот у нас есть Bootstrapper. Дальше что нам нужно сделать? Это создать папку. Потом сюда перекинуть файл. Так, опять пароль просит. Вставляем. Окей, нажимаем. Все, получилось. Это можно закрывать. Все лишнее, то, что нам не нужно. И теперь запускаем его. Так, здесь нужно нажать... А, нет, здесь нужно написать yes по-английски. Все. И ждем. Сейчас у нас пошла установка. Ждем, пока установится. Все, отлично. Все установилось. И теперь нажимаем на любую кнопку. Абсолютно на любую. Далее нажимаем здесь да. У меня окошко высветилось. У вас, скорее всего, это не покажется. Но потом, когда будете делать, вы поймете. Отлично. Теперь мы установили чит, все, он работает. Значит, нажимаем на кнопочку, которая вот здесь есть. Все, и ждем, пока загрузится сайт. Смотрите, чтобы получить вам ключ, вам нужно залогиниться через Google аккаунт. Через любой. Можете хотя бы даже фейковый создать. Значит, нажимаем кнопочку «Войти». Выбираем аккаунт, через который хотите зайти.
Так, все, я зашел. Отлично. Здесь меня просит открыть сплэш, но он уже открыт. Давайте откроем. Так, все, открыл. Вот, теперь получается, кнопочка сменилась на другую. Здесь теперь написано Open Website. Нажимаем. Ждем, пока загрузится. Далее нажимаем на кнопочку Start. Здесь нам нужно разрешить уведомление. Разрешаем. И я вам сейчас покажу, как это уведомление убрать, чтобы она у вас не показывалась. То есть ничего страшного в этом нету. Так, теперь дальше проходим чекпоинт. Ждем, пока опять загрузится. Пропустить рекламу. Смотрите, иногда такое бывает, то что не загружается полностью сайт для перехода. Для этого закрываем страницу. Далее возвращаемся обратно через вот эту стрелочку. И опять нажимаем пропустить рекламу. И вот, как видите, сейчас все нормально открылось. Ждем 5 секунд. Нажимаем перейти. Потом ждем опять 5 секунд. И опять переходим. Так, все, отлично. У нас все получилось. Как видите, чит сам автоматически открылся. Все четко. Теперь давайте я вам покажу, как отключить уведомление, которое вы включили. Значит, заходим в настройки браузера. Далее, конфиденциальность и безопасность. Потом настройки сайтов. Уведомления. Листаем вниз. И вот здесь вот то, что у вас появилось. Так, случайно нажал. Нажимаем напротив три стрелочки. Либо удалить, либо блокировать, как хотите. Я просто удалю. И все, теперь у вас не будет никакое уведомление на экране появляться. Так, ну, в принципе, мы все сделали. Теперь давайте я вам покажу, как работает чит. Ну, вот, допустим, на этот режим. На Flying Rice Clicker. То есть мы теперь заходим обратно на сайт. Сейчас я стрелочку назад нажму. Все, отлично, мы вернулись обратно на сайт. На мой сайт по скриптам. И вот самый первый скрипт, который я недавно выкладывал, это Flying Racer. То есть Flying Race Clicker. Да. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Можно заранее этот скрипт, сам чит, вставить. Далее заходим в настройки. И обязательно включаем функцию Fix Kick Error, если она у вас выключена. Потому что с помощью этой функции у вас не будет происходить кик, и вам не придется целый час ждать, чтобы потом зайти в какой-то режим другой. Вот, но я думаю, вы поняли. Давайте попробуем VRDS вставить. Я не знаю, работает он или нет. Возможно, его еще не пофиксили. Значит, заходим в игру. Ждем, пока загрузится. Заранее сейчас посмотрим, звук там работает или нет. Потому что иногда бывает то, что если звук выключен, он включается сам по себе как-то. Ну, сейчас посмотрим. Нет, все, звук у меня выключен. Отлично. Так. Теперь нажимаем кнопочку Inject. Так, вроде бы работает. Да, все. Отлично. DL работает. И нажимаем кнопочку Xcode. Вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее просто включаем, допустим, первую функцию. Wins Farm. И смотрим, что происходит. Как видите, по несколько миллионов я зарабатываю побед. Очень круто, в принципе. Все, можно выключить, посмотреть другие функции. Автоклик тоже будет работать. Автореберст, как видите, тоже сработал. Отлично. Ну и вот такой, в принципе, скрипт. Как видите, все работает. Чит тоже работает. Ну, я думаю, все нормально показал, объяснил. В принципе, здесь сложного абсолютно ничего нету.
Напомню то, что ссылка в описании на скачивание. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.